Итак, ребят, копал я вот здесь вот такой вот, разрабатывал фундик. Ну, что-то меня в голову ударило, и я резко перебежал вот сюда вот. Вот здесь вот небольшую ямку сделал, как вы видите. Углубился всего на штык полтора. Засыпки совсем мало я сделал. И выпал вот такой вот молотобоец. 24-й год. У меня есть 24-го года. Вот такая вот серебрушечка выпала у нас. Один полтинник. Классно. Жду поздравления в комментариях. Не часто у нас попадается крупное серебро. Хочу звезду еще поднять. Но что-то звезда никак не идет к нам в руки. Все, продолжаем. Евгений у нас в два раза больше стал усердно работать. Всем, ребят, привет. Всем подписчикам и гостям канала. Сегодня мы снова вышли на коп. Копаем мы, как и в предыдущем выпуске, на распашечке. Время у нас, в принципе, уже обеденное, пасмурное. С находками не знаю, как будет. Дмитрий здесь уже с утра копает. Я мыкался по делам. Поднял он здесь монетку зачетную. В очень хорошем состоянии. Полушка Александровская. Так что, думаю, у нас находки еще здесь будут. Так что смотрим. Раз вы начали меня смотреть, значит, находки у нас довольно-таки приятные все-таки есть. Ну и все, приступаем к копу. Итак, ребята, поменял я режим работы на приборе, потому что с тем режимом я уже походил здесь, в принципе. Вот, сейчас переключился на третий режим, и он работает как Fisher 75. Был сигнальчик, и вот он камушек, и в камушке монетка. Сейчас вместе с вами будем смотреть, что это за монета. Царская, среднего размера. Это у нас 1 копейка. Александр. 1863 года. Вот такая вот монетка. Да. Александровская. Вот, вензеля немножко проглядывается, как вы видите, буковка А. 1863 года. Неплохо. Забираю. Диман там тоже вытаскивает монетки. Так что день уже задался неплохо. Продолжаем. Итак, ребята, сместился я немножко вот в такие кусты. Там бы как бы прозвонили все. Но порядок домов шел вот так вот. И здесь тоже похоже что-то было. Здесь, правда, столб стоит. Ну и по засыпке видно. В принципе, здесь что-то было. Выпала у меня монетка. И это у нас царская монета, 1 копеечка, год 1913. Вот такой вот копендос, или 12-й, ну, не столь важно. Вот такая вот зачетная. Все, продолжаем свой коп уже вот на такой вот целине. Засыпка у нас выдала все, что можно. Правда, можно еще что-то там найти, но лучше здесь покопаем. Смотрим. Итак, секунду назад из этой ямки сюда выкидывал копеечку. Сигнал продолжался, и выпал еще один монетосик. И это у нас тоже Николаевской, но уже двушка. Год сейчас скажу, 1900 какой-то, третий, второй, что-то в этом роде. Вот такая монетка из одной ямки. Зачетно, довольно-таки приятно. Все. Здесь явно вот стоял дом. Повторюсь, так что смотрим, находки будут у нас, будут. Итак, ребята, можно даже не выключать камеру. В этой две монеты. И вот здесь сигнал был, но он, правда, тухленький был. И выпал, смотрите, какая монета. 2 копейки серебром. 1841 год.
Офигеть, смотрите какая. Сзади я еще не тер. У вас охран здесь, смотрите какой. Офигенно. Обалденная монета. Классно, классно. Блин. Продолжаем свой коп. Итак, ребята, выкопал очередной сигнал. Здесь вот ковырялся. Здесь, смотрите. Ой, пропал сигнал, ребят. А вот, слышите? И сейчас при помощи пина постараемся снять в онлайне. О, смотрите, монетка. Офигеть. Это трешка. Трешка 1905 года. Офигенно. Редко, когда можно снять онлайн. И вот такая вот монетка. Классно, зачетное стекло здесь. Вот, смотрите, старенькое. Вот здесь бы зашурфиться. Было бы, я думаю, вообще шикарно. Сейчас, может, с Диманом здесь пообщаемся. Может, действительно зашурфимся. Прям в наглую здесь. Ну, блин, как так вот на этом вот пятачке я поднял уже четвертую монету. Четвертая я вот на этом пятачке. Супер. Сейчас вот пообщаемся. Смотрим, правда, здесь очень проходной такой двор. Не знаю, шурфить как-то стремновато. Ну, не знаю. Сейчас поковыряюсь и посмотрим. Итак, ребята, у меня без сенсаций не бывает. Че там, Зим? А у меня, смотрите, что. Офигеть, смотри, чего? Звезда, ребята, звезда! Блин! Смотри, что, ребята, звезда! Недавно, когда молотобойца подымал, я вам говорил, что звезду еще хочу поднять. И все никак не получается. Вот она! Вот она! Охереть! Смотрите, какой сохранчик бодрый. 1922 год. Блин, я все, ребята, довольный. Офигеть! Осталось золото поднять. И петровскую медь. Все, мои мечты сбылись. Блин, прям, знаете, мечта за мечтой сбывается. Звезда это тоже была одной из моей мечты, когда молотобойца подымал. Я в эфире говорил, осталось только звезду поднять. И вот она. Сигнал был чистый, как слеза. Я еще хотел вам заснять на онлайне, но был подозрительно чистый. И я, блин, как-то очканул вам показывать за это. Ну, 92 по ВДИ на макрорейсы. Редко, когда выпадает что-то стоящее. Из-за этого не снял. А тут, смотрите, какая. О, красавица. Вот это красавица. Блинский. Ну, ребятушки, вы должны за это поставить мне палец кверху. Ну, блин, заслужил. Ну, находка такая нечастая. Тем более у меня такая находка первая. Два молотобойца у меня есть, но звезда первый раз. Офигенно. Смотрите, какой сохранчик. Патина такая ровненькая. Классненькая. Зачетно. Димарик, ты будешь первый. Палец кверху. Вот он, палец кверху. Молоток. Блин, вот это да. Самое главное, Дмитрий рядышком был. Говорю, как слеза сигнал. Все, класс. Продолжаем. Итак, ребят, не успел даже еще сигарету скурить, как закурил, поднял звезду. В этой ямке звезда, в этой сигнал был. Так что, ребята, проверяйте после. У меня второй случай, когда в одной ямке несколько монет. Вот она, еще одна монетка. Это у нас царская трешка. Ну, такая зачетная монета. Год, к сожалению, сказать не могу. Ну, что-то 1915, что ли, или 13. Ну, не знаю. Какая-то монетка. 3 копеечки. Класс. Люблю вот такие вот большие монеты поднимать. Обожаю копейки. Царские уже как-то обыденные. Что там, Дим? Это уже, блядь, прям вообще, блядь. О, там Дмитрий там тоже что-то поднял. А, это Диман. Это зажигалка. Это зажигалка, да. По-моему, зажигалка. Да, это зажигалка. У меня такие были, только у меня с рисунком. Это зажигалка. Чистая медь, зажигалочка. Вот этот откручивался у меня. Вот здесь вот газ заправлялся.
Это у нас зажигалка вот такая медная. Класс. Диман, наверное, что-то большой, да? Да не, он пробивался говном каким-то. Да? Блин, богатый дом был, раз здесь зажигалками пользовались. Смотрим. Итак, ребята, режим все-таки дает о себе знать, наверное. Вот здесь я уже поднял две монеты крупных. И вот еще одна. Ногой пнул. Дмитрий рядом стоит. Наверное, офигевает. И это снова трешка. Трешка. 1911 год. Вот такая вот монетка. Обалдеть. Вот это да. Вот это да. Вот это номер. Но Дмитрий сейчас тоже чем-нибудь докопается. Потому что сигналов здесь хороших, цветных, зачетных много. Может сейчас в эфире что-нибудь. Дим, было монетный, да? Во-во-во. А, да, это этот, как он? Контакт. Медь. Угу, медь. Ладно, смотрим. Всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском, и полезной информации. Будь всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться, нажать на колокольчик, поставить галочку, и ты будешь первым оповещен о появлении новых выпусков. Итак, ребят, сейчас Дмитрия позвал на такой хороший момент. Жалко, я не снимал именно в эфире. Камушек был, и пином раздолбил его, и получился у нас... Это у нас пятак Александровский. Это у нас пятак. К сожалению, здесь немножко заляпано. Но я вижу по размеру, что это пятак. Обалденная находка. Пятачок. Да. Зачетно. Зачетно. Просто бомба сегодня, а не очередной коп. Всегда с Дмитрием как выходим, он как талисман. Прет ништяк, да, Дим? У Дмитрия вчера шикарные находки были. Сегодня мне теперь прет. Вчера ему, сегодня мне. Вот такие вот находки. Класс, класс, поздравления. Итак, ребята, здесь пятак вытащил. Был сигнал. И вот он торчит еще одна монета. Смотрим, что из монета. Это у нас копеечка николаевская. 1901 год. Вот такая вот монетка. Зачетно. Забираем. Итак, ребят, я даже сегодня как-то и забыл про советики. Но сигнал был устойчивый, не медный. И выпал вот такой вот пятак. 43-го года. Сохран просто очуметь. Смотрите, какой сохран. Просто шикарный. 43-го года пятачок. Забираем. Так, Дим, ты смотришь? 250. А? 250 рублей, Дмитрий говорит, такой пятачок стоит. Ну, тоже приятно. Приятно. Продолжаем. Итак, ребята, очередной монитос. И вот он. Такой красивый. Судя по всему, это, наверное, капуста. Не знаю, на одной стороне ничего не видно, на второй тоже. Но по размеру это у нас капуста. Чистка покажет, что у нас здесь. Вот такая зачетная монетка. Выкопали мы здесь вот так вот все. Все засыпали, ямок за собой не оставляем. Так что и вы держитесь такого же курса, за собой закапывайте. Вот Дмитрий там что-то тоже сигналит. Ну, а так в целом неплохо, неплохо проходит коп. Итак, ребят, вернусь я к монетке. Это у нас не капуста, я ошибся. Это у нас одна копеечка серебром. Я ее намочил, и проглядывается, как вы видите, силуэт. Одна копейка серебром 1840 года. Кто в первый раз видит такую монетку, здесь вот в углу, в правом верхнем, я приложу фотографию данной монетки. Ну а так, продолжаем, смотрим. Итак, ребята,
исходил я здесь бугорок вдоль и поперек. Сначала так, потом сяк. Сейчас по-другому. И прозваниваются сигнальчики кое-какие. И выпал вот такой вот кругляшочек. Вот он. Берем его. Вот такой вот слепок остался. И это у нас, смотрите, в каком шикарном состоянии. Просто патина родная. Вековая. Наростов нет. А, ну это с этой стороны более-менее так вот изуродован. 1876 года. Трешечка. А здесь вот патинка вообще шикарная. Ладно. Будем еще ходить вдоль и поперек. Потому что перед тем, как чай пить, я здесь прозванивал. Так вот. Не было сигналов. Теперь я прошел вот так вот. И сигнал, и монета. Зачетно. Дмитрий уехал исследовать вот за этот вот лесок. Там тоже похожие на дымовые ямы. Вот, жду от него звонка. Как там, что там, есть, нет. Так что исследуем новые местечки. Ну а так, неплохо, неплохо. Смотрим. Итак, ребята, Дмитрий у нас вернулся. Говорит, там тухленько, поднял там набоечку женскую на сапожке. И муштучок. И вернулся сюда. Вот я все хожу по этому холму. И выпала монетка. И это у нас монетка советская. 3 копеечки. Год, к сожалению, не скажу. Но, смотрите, старый герб. То есть, до 31 года. Зачетно. Забираем второй совет за сегодня. Смотрим, смотрим и продолжаем. Итак, ребята, Дмитрий вчера серебро вот здесь вот где-то в области поднял. И у меня, смотрите, какая монетка. Вот она, красавица. Немножко грязная, но по гурту я уже понял, что это серебро. Сейчас вместе с вами добьемся результата и увидим, что это за монетка. Блин, неохота мне пачкать об штаны ее, но уже видно. Как вы видите, это у нас серебро. Сейчас я ее протру немножко и посмотрим. Итак, ребят, протер я монетку. И это у нас серебро. Смотрите, какая красавица. Вот такая вот пятнашечка. Год, к сожалению, я не разглядел. Вот такая вот монетка. Почистится, будет классно. Серебро всегда царское, особенно в зачетном виде, когда чистишь. Они вообще классные. Вот такая серебрушка у меня. Вторая на сегодня. Вторая. Смотрим. Итак, ребят, сигнальчик был у меня хороший. Потом Дим проверил с терочкой. У него что-то не очень был. Но все же я его добил. И это монетка. Вот сейчас Дим проверяет ее. Плохой, да, сигнал там? Скачки бешеные. Что показывает на ВДИ? 4, 32, 34, 36. Вот видите? 30. Так вот, сигнал, но судя по всему, это царская монета. Да, вензеля Николая, Николай Первый. Видите, буковка Н. Денежка, да? Вот, может, полушка, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так. Ой, что-то интересненько, интересненько. Либо денежка, либо что-то в этом роде. Блин, 1852 разглядел. А все, что остальное, что-то для денежки надпись какая-то непонятная. Да, денежка. Денежка.
Да, ребят, это 1852. И проглядывается надпись «Денежка». А, стой. А, да, денежка. Да-да-да. Вот такая монетка проскочила. 705-я терочка. Ну ничего. Смотрим. Итак, ребят, Дмитрий там зачетную бутылочку поднял. А у меня, смотрите, какой опять очередной какое-то яичко было у меня. Розовое, зеленое. А сейчас вот почти можно тоже сказать, что это яйцо, но такой практически идеальной такой сферы. Че это такое, непонятно. Ну, видно, выдували, вот, осталось что-то. Любопытная очередная такая штуковина. Все-таки хочу узнать, что это такое. Непонятно. Ладно, наверное, будем завершать. Жизнь покажет. Смотрим. Итак, ребят, макрорайсер очень здорово сейчас пиликал. И выпала монетка. Что это за монета? Двушка. Двушка Николаевская. Год. Сейчас мы, наверное, все-таки с вами посмотрим. 1898. Очень хорошо проглядывается. Вот такая монетка зачетная. Классно. Все. Забираем. И продолжаем. А вы смотрим. Итак, ребят, буду заканчивать свой коп вместе с Дмитрием. Дмитрий немножко подустал, потому что с утра сегодня копает. Его можно понять. Ну и я буду за компанию закругляться. С находками, в принципе, просто получилось сегодня шикарно. Обалденно. В частности, у меня, у Дмитрия немножко не особо, но он вчера жару дал. Поднял он вчера классные находки. Если интересно, опускайтесь вниже. До этого был видеосюжет. Вот. Еще не придумал, как назову, но все равно до этого. И сейчас буду делать обзор его находок, ну и моих, конечно. Сегодня у меня просто удачный день, просто обалденные находки. Так что смотрим до конца, и вы увидите под завершение именно мои находки. Ну и все, смотрим. Находки вот такие, зачетная бутылочка такая, знаете, рисунок имеется. Приятная бутылка. Ну, штучок кто-то курил. Вот такая вот набоечка. По монеткам не особо, всего откопал 5 монет. Вот одна из них ходячка, 5 рублей. Маленькая монетка приятная. Это у нас полушка. Вообще приятная, Александровская. Вот такая вот трешечка. Затем 1 копейка в сохране серебром 1843 года. ЕМ Николай I. И вот такая вот непонятная монета. Очень большой окисел. К сожалению, наверное, он ее не сможет восстановить, потому что гурт, как вы видите, уже расслаивается. То есть монета просто-напросто умерла. Ну вот так вот, в принципе, Дмитрий у нас немножко сегодня подкачал. Всего-навсего 5 монет. И у меня вот такое вот количество монет. Ну а сейчас к моим находкам. Ну а теперь, ребята, мои находки. В принципе, все получилось вот так вот. Ровно 20 монет. Начну со шмурдяга. Вот такое очередное стекло. В виде яйца непонятное. Конинки. Из больших монет у меня вот такая вот двушка. Серебром 1841 года. Пятак николаевского образца. Будет тоже зачетный, приятный. Он помоется, а будет балденный. По троякам у меня сегодня вообще классно. 4 трешки. Вот на трешечка, год не скажу. Ну, в принципе, они все одинаковые. 4 трешки. Потом 2 двушки. А копеечка Александровская. Еще одна копеечка Александровская. А копеечка серебром 1840 года. 2 копейки николаевские. Вот такая зачетная, Николай I. Денежка.
денежка. Вот такая 1852 года. По советам сегодня немножко подкачали. Пятак, трешка, пятнашка и двушка. И самые приятные находки. Начну с низшей ступени. Это у нас 15 копеек. 1907 года. Гурт. Смотрите, довольно-таки странный, такой, знаете, широкий. Очень любопытная монетка. Вот. Ну и, конечно же, бомба сегодняшнего дня. А вот такой вот полтинник звезда 1922 года. Очень приятная находка. И рельеф высокий, не затертый. Видимых царапин, ударов на ней нету. Так что очень приятная находка. Очень шикарная. Вот так вот. А сейчас прощаться. Итак, ребят, на этом я и буду заканчивать свой видеокоп. Как вы видите, в принципе, удачно я съездил в гости. Вот, в общей сложности у меня получилось 32 монеты. Из них всего, наверное, монет 5 или 6 советские, остальные царские. Но больше всего меня порадовало то, что после дождя выстрелил у нас серебро. Серебро не просто простое, а звездное. Звезда 50 копеек 1922 года. Ну и без царей не обошлось. Сегодня у меня царик серебряный выпал. И у Дмитрия вчера тоже пятнашечка серебряная. Так что вот так вот получилось у нас все. Продолжайте смотреть. Кто не подписался, подписывайтесь. В принципе, все шикарно у нас сегодня получилось. Дмитрий доволен. Я еще больше доволен. Вот, так что палец, конечно, кверху. Первый Дмитрий палец уже поставил. Первый лайк за серебрушечку. Так что вы будете второй и третий. Ну, на этом и закончу. Комментируем, подписываемся, ставим пальцы кверху. Есть люди, кто ставит вниз, пожалуйста, как вам угодно. Может, вы интереснее видео смотрите, где находят золотые клады, серебряные. В общем, ну а мы вот так вот ошибаем немножечко, потихонечку, по копеечке. Но мы довольны этим. Ну и все. Всем пока и удачи.